На прогулку с врачами в Ульяновске регулярно выходили десятки жителей. Проводили подобные мероприятия все лето и осень. Организаторы – региональный центр общественного здоровья. Все благодаря проекту «Шаги к здоровью». Профилактический проект предполагает тематические прогулки с ведущими специалистами региона, медицинскими специалистами, главными внештатными. В 2022 году у нас прошло 10 тематических прогулок с главным неврологом, ревматологом, гастроэнтерологом, кардиологом, онкологом и многими другими. Проект направлен на повышение информированности о факторах риска появления хронических и неинфекционных заболеваний. Прогулки с доктором пропагандируют здоровый образ жизни и помогают сделать ходьбу популярной. Благодаря шагам к здоровью ульяновцы в простой и доступной форме получают информацию о том, как важна профилактика различных заболеваний. Надежда Магасумова с радостью принимает участие в прогулках с доктором и приглашает на них всех своих знакомых. Это на свежем воздухе. Нет такого близкого контакта. Не так мы боимся пообщаться с людьми и остаться в каком-то нездоровом состоянии. Поэтому очень хороший вид общения с больными. И мы очень рады, что нам дали встретиться с Ириной Борисовной Виноградовой. Ирина Виноградова, главный внештатный специалист-ревматолог по Приволжскому федеральному округу, приняла участие в заключительной в этом году тематической прогулке и рассказала о профилактике заболеваний суставов. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню борьбы с артритом. Сегодня я думаю, что мы с пациентами вот в такой неформальной обстановке обсудим, как жить с этой болезнью, как ее не допустить, если она еще не развилась, и как помочь себе. И те пациенты, которые послушают сегодня, они, наверное, распространят эту информацию среди своих знакомых, потому что вот эта информация по горизонтали от пациента к пациенту, она не менее важна, чем информация от врача к пациенту. Наталья Шустрова случайно увидела в поликлинике приглашение на прогулку с ревматологом. В итоге в сквер строителей пришла со своими соседками. Женщины и свежим воздухом подышали и получили ответы от доктора на все свои вопросы. Врач очень ясно и очень доступчиво рассказала на все, ответила на все вопросы интересующие. И вообще-то пришли люди, которые болели сами, и чтобы не допустить болезней для детей. В проекте «Шаги к здоровью» в 2022 году приняло участие более 100 жителей Ульяновской области. С началом теплого сезона прогулки с доктором снова возобновятся. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.